там выступ какой-то. Где? Ну, вон, видишь, вон выступ, туда углом пошло. Здесь тоже. Ну давай сейчас вот это снимем, что-то интересного. Посмотри, как интересно. Всем привет, мы сейчас проездом в деревню Леопетри. Заехали на речку. Называется, муж сказал, по тому мосту Леопетрию, как-то по-русски, типа того, что речка Леопетри. Вот так. И здесь мы нашли рядом с кафешкой, в которой мы решили отдохнуть. Смотри, ой, ящерка маленькая, смотри, видишь ящерку? А, вон ползет, смотри, маленькая какая. Маленькая. Нашли вот такие древние ископаемые какие-то стены, вот такие интересные. И вот эта вся древность нас привлекла сейчас с мамой. Смотри, мы решили еще много обойти, посмотреть. Это какие-то были постройки, я не знаю, сколько им тут, тысяч лет. Вот, даже свекровь сказала, что такие, в таких местах даже запрещают что-то строить новое, потому что хотят сохранить вот эту старину, не знаю, развалины вот эти. Смотрите, прям в камне что-то было построено. Да, там, конечно, большая площадь, я думаю. Но там... Вот смотри, я тут плохо вижу. Вот тут посмотри. Видишь? Вот, вот какой-то вот вырезан же выступ, видишь? Тут вот прям ровно. Ну да, и там тоже было ровно. Вот, прям ровно. Да. И это прям вот это, ну, же это, угол. Смотри, вот этот угол. Потом, ну да. И этот угол мы снимали. А вот тут, да, да. Да, да, я зашла за этот ларек. За. Видишь? Да, видишь, тут точно. Вот. 100% это как-то. Угу. Или в камни вырезали, или так раньше строили. Видишь? Вон дальше, вон. Ну туда не залезешь, но сильно заросло. Камышами, или что это такое? Да, тут не залезть. Надо с той стороны только залезать. Ну смотри, где ты схватиться. Не, вот тут вот по скату можно. Видишь, тут прям вот камни, обломки. А давай посмотрим там что. Давай. А это мне залезать опять надо? Давай, упс. Представляешь, это кто-то там, наверное, живет в такой, как дом на колесах, да? Смотри. А, это как дом на колесах? Да, представляешь. Ну, рыбаки. Да, я видела. А я сразу догадалась. А мне не очень хорошо видно. Я догадалась, когда тут увидела, видишь, заросли вот эти. Интересно, это тут они вырубили сами или тут было вырублено? Что? Ну вот емкость их, которая, в которой они построили свою хибару. Да вряд ли. Сказала же мама, что... Вот, наверное, как было, так и оставили. Строить запрещали, да. Так оставили, это уже свои... Да, все равно вот равномерно идет вот эта стена, вот на которой мы стоим. Может, она и обсыпалась, но она четко ровно идет, это же видно. И тут прям много. Это прям все, наверное, был какой-то Саламин, действительно. Как городок или улочка, что оно. Райончик. Возможно, там не все восстановили. Прям даже там, я не знаю, на видео будет видно. Вот я смотрю, и вот видно, вот ровная. Вот прям вот эта ровная стена, вот там перестенки вот среди земли выглядывают. Вон камни разрушены, видишь, тоже. А это как текло что-то. Может, тут какое-то было извержение вулкана? Ну, смотрела же на YouTube, тоже показывали подобные камни и говорили, что какой-то катаклизм был техногенного характера, знаешь. Потому что там он обрыв, там как стенами тоже. Ну, идет. Это как стена, ты же видела. Там тоже как стена. Ты же видела, в кафе сидели и смотрели на эту стену. Видно, что это стена, что это не просто природа так вон постаралась. Ладно, давай спускаться. Ой. Просто такое впечатление, что они не вырыли вглубь, что оно ну, вглубь это выходит, явно это стены. Ну, конечно, если там катаклизм этот зарыл, все, весь остров. Ой, под землю. Потому что если здесь четко видно, что это обсучено. Ты мне дашь ручку? Да, дам, конечно, давай. Мама твоя только... Ой, залезть можно. Видишь, вон идет ровная стена. Ну как это так? Нет, вот эти все ровные стены, вряд ли это природа так постаралась. Природа создает... Красивая, но не очень ровная и несимметричная. Комната или что это? Вот опять стена. Ты видишь? Там перестенок был. Если это были комнаты, то очень древние. Да-да.
Ну, это огромное какое-то здание было. Ну, это, наверное, родственники, как в Соломине, наверное. Да, вот. Да. Это как там, муж говорит. Просто там вырыли, а тут тысяча или две тысячи лет в Соломине, да? Да, просто держи, а тут не стали рыть. Ну, тут решили оставить так, как есть. Да. Ну, хорошо, вот строить запрещают. Да, четко ровно. Ну, может, мечтают куда-нибудь. Да, есть какие-то способы исследования, что они видят на экране? Что не знаю. Ну, я думаю, должно быть что-то. Ну, вон, четко угол. Вот тут за этим вагончиком я посмотрела. Посмотрела. Там тоже прям четко идут выступы. То есть, как нет, стены, нет, ну, нам же свекрови сказала, что это... А мы бы не так тут тоже думали бы, что это просто природное такое явление. Там вот, видите, такая речка. Море сюда тоже распространяется, и здесь судно. Это рыбацкие такие постройки, домики, как это сказать. Это, наверное, у каждого рыбака свой домик. Это кафешка, в которой мы сидим. Кстати, в этой кафешке очень хорошие цены, недорогие. Здесь кипрский кофе 70 центов всего лишь. Да. Залезла туда, а назад спускаться. Так, а мой кофе, наверное, остыл уже. Не, полиоре. Тоже спрашивал, а ему сказали, что это, ну, действительно, это постройки старинные какие-то. Ну, он же журналист, спросил, тут рассказали местные. Интересно. Да, она. Как же узнать? Вот мне классно, я тут как раз сидела напротив, любовалась этой стеночкой. А как ты узнаешь, мам, как ты узнаешь? Это вагонетка, тут прям чутко видно, что это стена, что это выступ. Да, ты никак не узнаешь. Ну да, он мне общительный, у него спросить. Да нет, ну, ему сказали, как знали. Сказали, что да, это были, это реально постройки, что это не природные, да, но без подробностей. А кто подробности знает? Кто не знает подробностей? Интересно. Какие места тут прикольные? Ну да, если бы они жили, они бы нашли какие-то там, может, таблички, подтверждения, прочесть, да, там, понять. Ну, наверное, ничего не нашли. А если и нашли, возможно, и скрыли, не знаю. Это такое рыболовецкое, да, место. Ну да. Это они тут свои лодки держат, а потом выплывают в море, да? Ну да, смотри, видишь, напротив каждого вот этого домика стоит своя лодка, получается. А там вон еще ресторанчик. Мы решили выбрать это место. Здесь рыбаки обычно сидят. Здесь, в этой кафешечке. Вот такое местечко. Я хочу вот это все. Вот видишь, прям видно, что комната. Да. Ну это же тоже выглядит как постройка. И в ней потом дорогу прорезали. И все вот это тоже. И не только здесь. Да, и здесь тоже, видишь, такие же развалины. А вон из тех камней что-то еще построили. Ой, какое красивое здание. Вон, видишь, тоже вон вверху. Я часто такое вижу, это не только здесь. Да, и я.